Комментаторы утверждали, что в значительной степени замена Меркушкина произошла из-за его неоднозначных высказываний. И действительно, там интернет полон всякими его фразами и выражениями, которые не красят руководителя региона и никак не создают имидж представителя президента. Ну, по сути, да, вот человека, который работает на имидж президента. Поэтому так это или нет, но во всяком случае эта причина называлась в качестве одной из основных снятия Меркушкина. Я так подозреваю, что если бы это было действительно реальной причиной, то нашего губернатора Анатолия Дмитриевича Артамонова должны были бы по этой причине снять уже, наверное, пару лет назад. Но, тем не менее, он остается на своей должности, несмотря на его замечательные, просто потрясающие высказывания. Последнее высказывание, слушайте, вот оно такое. Значит, разговор идет на совещании правительства Калужской области, значит, идет о том, что в Калужской области упала рождаемость. Правда, они говорят, что она все равно высокая у нас, но, ну, это же надо обязательно сказать, что она все равно высокая, но она упала по сравнению с прошлым периодом, таким же периодом прошлого года, она упала на 10 с лишним процентов. Ну, это прилично, да, на десятую. И заместитель министра здравоохранения говорит в качестве объяснения причин, почему упала рождаемость, говорит о том, что люди жалуются, женщины жалуются на то, что они не могут позволить себе рожать дополнительных детей в силу того, что у них очень нехорошая финансовая ситуация. То есть, не хватает денег на свою, собственно, жизнь, на содержание тех детей, которые уже есть, да, чтобы еще рожать новых. На что, во-первых, сам показательно сама постановка проблемы, да, в нашем регионе лидере, которые все расхваливают, рассказывают о том, как у нас здесь замечательно с экономикой, у нас нет проблем с рабочими местами, у нас высокие заработные платы. Причина, по которой женщины не хотят заводить или не могут заводить новых детей, причина – это отсутствие достаточных финансовых средств. Уже само по себе это парадоксально. То есть, грубо говоря, даже не нужно здесь никаких комментариев, да, потому что сама власть, сами представители власти расписываются в том, что заработки или доходы граждан в Калужской области не позволяют женщинам принимать решение рожать новых детей. Потрясающая вещь. Но это не самое главное, что было сказано. Дальше, губернатор, по сути, признавая, что финансовое положение граждан не очень хорошее, это сейчас будет понятно из его слов, которые я надеюсь повторить, без особых искажений. Так вот, признавая это, он говорит: слушайте, друзья мои, говорит, давайте так, смотрите, вот есть же хорошая фраза такая, да? Бог дал ребенка, Бог даст и на ребенка. То так, своя пауза. Она говорит, надо теснее в этом смысле работать с Русской Православной Церковью. И я тогда делаю вывод. Во-первых, это понятно, что теперь губернатор говорит: все, ребят, больше от нас помощи не ждите. Вот я вам говорю, обращайтесь к Богу. Он дал вам ребенка, даст на ребенка. Не даст он вашему ребенку, он. Бог не даст вашему ребенку остаться не кормленным, не одетым, не ухоженным и больным. Отлично. И второе, говорит, обращайтесь к опыту Православной Церкви. Это что, вот паперть, что ли, да? То есть, он предлагает женщинам, которые хотят рожать детей, постоять на паперти у храмов, собрать денег, и дальше вроде как... что я еще должен предположить? Мало того, можно развить эту мысль дальше. Смотрите, Бог дал воздух, Бог его и очистит. Что заниматься экологией, да? Или Бог дал газ, он вам его и подведет. Тоже очень хорошая схема. Или Бог дал нам Калужский бор, он же дал и губернатору там место для его дома. Примерно такие вещи можно продолжать до бесконечности. Слушайте, я не знаю, кто-нибудь, товарищи, дорогие мои, Кириенко Сергей Владимирович, в администрации президента, вы же смотрите что-то, слушаете про губернаторов, это уже смех, это уже позорище просто какое-то. Я уж не говорю там про какие-то серьезные вещи, про носки там 300 рублей и так далее, но это уж совсем запредельно. Слушайте, это означает, что, вы помните высказывание нашего губернатора о том, что дети должны сами содержать своих стариков. Это из этой же серии, то есть дети должны сами содержать своих стариков.
стариков. Бог дал вам ребенка, Бог даст вам и на ребенка. Чего вы ко мне-то пристаете? Рожайте. Причем он говорит, что вы, ребят, рожайте, денег у вас нет, да? Ну, Бог подаст. Но вы рожайте. А я потом отчитаюсь президенту, что у нас выросла рождаемость. Ну, вот, да, вот о чем речь-то. Вы, да, я вас уверяю, ваши дети не пропадут. Он говорит, есть он Господь, он все вам даст. А я потом отчитаюсь, что вы тут нам детей нарожали. Но мы не можем разобраться с уже нарожавшими. У нас участки, до сих пор участки для многодетных не обеспечены. И слушайте, и не будут обеспечены еще долгие годы. По предварительному прогнозу, по официальному прогнозу, например, в деревне Лихун, где наибольшее количество участков выделено для многодетных, и что является гордостью городской управы, мы выделили столько участков, смотрите, да? Так вот, в деревне Лихун, по самым оптимистичным прогнозам, строительство дорог и прочей инфраструктуры запланировано на 23-й год. А если учесть то, как у нас строится все, ну, смотрите, у нас было сказано, что парк на месте рынка будет введен в строй, сначала было сказано, значит, летом, в августе, потом было принесено на сентябрь, потом было принесено на октябрь, потом на ноябрь. Теперь нам уже говорят, что в ноябре, возможно, мы в ноябре введем, но там черт его знает. То же самое с Шопинской дорогой, сколько раз переносили сроки, с южным обходом. То есть, если учесть вот это умение нашей власти не соблюдать сроки, то можно говорить уже не о 23-м годе, да, а о годе, например, 27-м. А что это означает? Люди, которые получили участки для многодетных в 2014 году, и детям и у них было по 6 лет, да, то в 27-м году этим детям будет уже по сколько там, да, по 19, по 20 лет. Эти дети уже пойдут учиться в институты. Там уже не детские сады надо будет строить на территории деревни Лихун, которые были запланированы первоначально, а уже институт надо будет где-нибудь строить поблизости, потому что уже не нужны будут детские сады в таком количестве. Так вот, мы даже это не можем обеспечить, то, что уже есть. А теперь мы говорим, Бог подаст. Ну, все отлично. Давайте. Смешно, конечно, если бы не было так грустно. Хотелось бы, чтобы у нас уже в руководстве области мы шли не в сторону Альцгеймера, да, нашего замечательного, там, не нашего, вернее, замечательного, так сказать, медика, открывшего эту болезнь, да, а шли все-таки в сторону какую-то другую, где есть разумные какие-то вещи, где есть ответственность, в конце концов, власти и перед населением, и перед вышестоящим руководством. Не только отчеты помпезные, да, но и реальные дела. И второе, что я хотел бы обсудить сегодня в стриме, это тема очень интересная. Тема, может, не каждого она волнует, но каждый, на самом деле, должен об этом думать. Это наши деньги. Слушайте, 71 миллион, вот это называю сумму, 71 миллион рублей. Много это или мало? 71 миллион. Ну, смотрите, вот 71 миллион рублей, если считать там среднюю пенсию, у нас в Калуге там где-то порядка, наверное, 12 тысяч рублей, да, средняя пенсия, ну, чуть больше, чуть меньше, вот, то 71 миллион рублей – это огромная сумма. Сколько пенсионеров могло бы получить пенсию в год? Ну, не буду сейчас делить, предоставлю эту возможность тем, кто… Ну, много пенсионеров могли бы целый год жить вот на эти деньги, не затрагивая деньги пенсионного фонда. Тем не менее, 71 миллион рублей выделяется на что? Смотрите сейчас. Выделяется на чиновничье такси. То есть на то, чтобы взять в аренду энное количество автомобилей без водителей. Можете себе представить, без водителей. Если мы вот говорили несколько лет назад, в 2015 году, по-моему, о том, что были взяты автомобили, значит, автомобили были взяты в аренду с водителями, такое было, а проданы были автомобили, те, которые были в парке, уволены водители, которые работали в штате и так далее, то сейчас эти 71 миллион рублей будут потрачены на то, чтобы арендовать автомобили уже без водителей. А это значит, что водителей придется принимать на работу в штат. Да? То есть автомобили не будут принадлежать городу, а водители будут находиться в штате. 71 миллион рублей. А сколько же машин предполагается на этот 71 миллион рублей разыграть? Сейчас боюсь ошибиться, сейчас я смотрю здесь. 19, по-моему, автомобилей разыгрывается на эти деньги. Ну, в общем, как бы там ни было,
А вот количество автомобилей, которые привезти в аренду взять на эти 71 миллион рублей, можно было бы купить вдвое больше автомобилей в собственность города. Ну, представляете себе, да? Вот в чем разница? Купить собственность города, а по истечении срока их эксплуатации продать их с выгодой для города. Однако этого не делается. В городе, в котором отсутствуют деньги, об этом официально объявили сами представители городской управы на одном из совещаний недавних, отсутствуют деньги на необходимое, принимается решение о том, чтобы сорендовать автомобили для чиновников за 71 миллион рублей. Причем сорендовать их без водителей, что, соответственно, повлечет за собой принятие на работу водителей и выплату им зарплаты, имейте это в виду. То есть и водителям будет выплачиваться зарплата, которая пойдет плюсом к этому 71 миллиону рублей. Да, там, в итоге там получится порядка 100 миллионов рублей в целом на вот эту всю историю. И вот теперь возникает вопрос. А почему это происходит? Почему? Возникает вопрос, где наши депутаты? Кто оценивает вот эти вот вещи? Кто их таким образом пропускает в оплату, да, в конкурсы? Почему это мы замечаем? Почему мы замечаем такие вот ляпы, очевидные ляпы? Почему этого не замечают те, кто от нашего имени должен контролировать процесс? Ведь для чего, собственно говоря, существует депутат? Ну, для того, чтобы собрать от граждан их предложения, донести их до исполнителей, составить программы, наиболее разумные предложения и наиболее, скажем, востребованные или наиболее актуальные предложения внести в план работы, выделить на них средства и их реализовывать, да? А затем контролировать то, как эти деньги, собранные деньги, потрачены на эти самые интересы граждан. Больше других, на самом деле, других задач у депутатов, ну, нет. Ну, то есть это взять, изучить проблемы граждан, их аккумулировать, создать из них программы, сколотить бюджет, а затем эти деньги проконтролировать, как эти деньги исполнительная власть потратила. Если депутаты меня смотрят, ну, скажите мне еще какую функцию, какую еще главную функцию должны выполнить. Все, других нет. И у нас получается парадоксальная ситуация. У нас получается, что наши депутаты не собирают мнение граждан, по рынку, например. Ну, кто собрал мнение граждан из депутатов? Кто реально представил не дутые какие-то вещи, а реально спросил граждан из депутатов, своих избирателей, нужно нам убрать рынок в центре города или лучше его оставить? Ни одной такой истории я не знаю, во всяком случае, в СМИ она не звучала. А депутаты – это публичные люди, они должны публично обнародовать свою позицию. Они для этого и избирались. Это местные политики, публичные, которые должны это делать. Так вот, они... А, не собрали это дело, да, то есть вот в данном случае. И Б, завтра, теперь, они не контролируют расходы. Причем расходы большие, это немалые, 71 миллион, еще раз говорю, это немалые расходы. Это очень большие расходы городского бюджета. Так вот, может быть, нам как-то уже начинать изменять эту ситуацию? Может, нам надо жестче спрашивать с наших депутатов? Но, в конце концов, увидеть их, в конце концов, не только ждать, что у нас во дворе поставят лавочки и детскую площадку. Это же не главное, на самом деле. Ну, поставили лавочки и детскую площадку, и что? Дальше что? От этого, что стали лучше деньги расходоваться у нас в других местах? Да, нам чуть-чуть стало приятнее выходить во двор. Ну, и разве в этом дело депутата? Поставить спортивную площадку? Да нет, конечно. Это... попытка замазать глаза избирателю. Вот, мол, я вам площадку поставил, а вон какие деньги уходят. Наши же деньги. Мы не можем увидеть нормальной жизни, нормального благоустройства, нормальной чистоты на улицах. Что толку от этой детской площадки, если ее раскрутят алкоголики, которых никто не контролирует, пока сами жители не погонят этих вот сидящих там с бутылками людей, никто этим не занимается. Так вот, может, пора как-то менять нам это дело, как-то подумать все-таки совместно. Давайте как-то думать. Нам нужна какая-то вменяемая городская политика, вменяемые какие-то вещи. Есть же еще другая поговорка, да, на Бога надейся, а сам не плашай. Вот давайте будем не плашать и как-то контролировать эти все вещи и требовать от наших, как минимум, депутатов, требовать их депутатской работы. И внимательно следить за тем, что они делают. И голосовать за тех, кто... действительно, реально собирается от нашего имени наши интересы представлять и от нашего имени контролировать то, как расходуются бюджетные деньги. Ну, пока все. Лайкайте, перепощивайте. Мы с вами. Сейчас.